преддверии Нового года прошло торжественное открытие нового кинотеатра «Брусника» в Дальнегорске. Как сообщили в Министерстве культуры и архивного дела Приморского края, такой подарок жители получили благодаря федеральному гранту Фонда кино Российской Федерации. Мы знаем, что основное направление национального проекта «Культура» – это доступность населения культуры. Поэтому я думаю, что вы все долго ждали, это чудо сегодня воплотилось в нашу жизнь. То есть и мы сегодня все рады, что у нас на территории есть кинотеатр. Гостей кинотеатра встречали аниматоры и фокусники, а после шоу-программы всех желающих пригласили в кинозал на просмотр российской семейной комедии. По словам начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Дальнегорского округа, в новом кинотеатре будут показывать не менее 50% кинолент российского производства. Конечно, мы ждем наших замечательных анонсов, фильмов отечественных, хитов замечательных, просветительского содержания. И, естественно, конечно же, патриотика должна быть, любовь, счастье и добро. Отметим, кинотеатр «Брусника» открылся во Дворце культуры химиков Дальнегорска и представляет собой два современных кинозала, каждый из которых рассчитан на 60 зрительских мест. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.